Hello, друзья! С вами SteveProи сегодня я покажу вам секрет нового моба в Майнкрафте Pocket Edition. К сожалению, этого моба вы сможете создать только с помощью сторонних программ, таких как Toolbox или MG Master, друзья. Но я его нашел только в Toolbox, спасибо этому аддону. Ну а теперь давайте немного фактов о этом мобе. Во-первых, у него нет названия, просто призвать существо, и его яйцо белое, друзья. В руках оно выглядит вот так, как обычная текстура яйца, и по идее она похожа у нас на Гаста или там на кого-то еще. Да, и правда она похожа очень сильно на Гаста, друзья. И да, давайте посмотрим. Вот это Гаст, а это у нас новое яичко. Но они, конечно, отличаются. Ну а теперь давайте немного фактов. Кто же это может быть? Во-первых, это может быть моб из обучающего Майнкрафта, который вышел на ПК. Это у нас будет житель, который с нами будет говорить и общаться. Или это может быть полярный медведь. Но, скорее всего, это полярный медведь. Друзья, я просто нажал на яйцо, и мой Майнкрафт почему-то вылетел. Да, очень таинственное яйцо. И если вы также попытаетесь заспавнить этого моба, ваш Майнкрафт также крашнется. Да, это странно, очень странно. Так, зашел не туда. И в конце концов мы его попробуем все-таки при вас призвать. Друзья, да, это правда может быть полярный медведь. Если его добавят, то в будущих версиях Майнкрафта он точно будет. То есть, если это его яйцо, то это точно будет полярный медведь в будущем, я вас обещаю. Друзья, ну вот. Как видите, Майнкрафт вылетел, и, по идее, больше ничего рассказать о нем я не могу, потому что я ничего не знаю. Возможно, вы можете найти какую-нибудь информацию, но на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.